Здравствуйте, дорогие товарищи. Продолжим играть в Atomic Heart. Остановились мы здесь же и не досмотрели, что у нас есть по модернизации, собственно, перчатки. Окей. Так, то есть. Это была проверка звука, раз. Так, что у нас такое? Удар шокером. Как это делать? Стужа. То есть у нас 42 полимера, которые мы еще не просрали. Да, невозможно без этой шутки. Наэлектризован или... Полимерный щит, энергия персонажа. Это как-то можно? Требуется 62. Ага, я понял, значит. То, что обозначено таким вот. Так, что-то у нас со звуком. Посмотрим звук, что у нас. Аудио, общая громкость, давайте на 70%. Да. Собрано гораздо больше. Легкая непристойность топором лишь аванс. Сладкий. А чё глазик-то дергается? Тебе понравилось, милый? Угу, в восторге. Неплохо. Этим грозным оружием ты расколешь черепа своих врагов. Принесешь мне подарки. Тогда однажды мы с тобой устроим настоящее место. Да. Чего бы я тебе подарки-то нес? Потому что девочки любят подарки. Потому что ремшкафу нужны ресурсы, чтобы перерабатывать их в предметы. По счастью, ремшкаф не привередлив. Правда, некоторые улучшения могут потребовать уникальных вещей. Давайте значит, так. Поищем. Я буду ждать прикосновения твоих сильных рук к моему разгоряченному интерфейсу. Так, все, уходим отсюда. Действительно. Так, используемые навыки. А что вот тут за хрень такая? Так, шок я прокачал. Атомик шок, понимаешь ли. Так, у нас патронов не так много. Вернемся к топору. А ты меня будешь соблазнять газировочкой, нет? Так, отлично. Лифты не работают. Так, так. Их можно запустить, если подать питание. Пойдем искать рубильник. Еще так, бы понять, где тут электрощитовой. Ее по проводке искать надо, но все провода убраны внутрь стен. Утечку электричества можно обнаружить при помощи сканера. О, прикольно. Так, что-то подозрительно похожее на... Может, я таки смогу вернуться? Туда, откуда я отвалился. Или оно там вот наверху, а меня придавило плитой. А как я вообще отсюда вернулся, а? Здесь что ли что-то, блин? Фигня какая. Нет, это все-таки не это самое. Все-таки это не... не та дырка, в которую следует заглядывать. Так, а я это самое... Да, я... придется немножко повториться. Ага, ну больше. Способна на гораздо больше. Да. Непристойность топором лишь аванс, мой сладкий. Да, тебе пойдем. Понравилось? Да просто в восторге. Т.
Так, один момент. Ага, тут игра реагирует, походу, на... Ой, блин, какая жесть. Есть ощущение, что когда в игру входишь, включенной русской раскладкой, то какие-то кнопки перестают действовать. Это не прикольно. Чай. Ага. Вот, попил чайку. Так, это было. Это мы видели. Коля, а что это за вовчики в черном корпусе? Обычные ВОВ А6 меня слушаются и вежливые, а эти в черном как бояре какие-то. Ходят где хотят, на приказы не реагируют. Черный Вовчик. А вчера он меня толкнул и даже не извинился. Даже жутко. Это они только на высокий социальный рейтинг реагируют, что ли? Ответь как сможешь, а то я нервничаю. Где? Блин, кнопка не реагирует. Походу баг. Ну, что делать? Не все идеально в нашем королевстве. Лично. Точнее, в Советском Союзе. Так, уберите этот щебетарь, я уже его прослушал. И мне все хорошо. Так. А то мне придется сейчас проходить. Лифты не работают. Какие варианты? Лифты обесточены. Их можно запустить, если подать питание. Пойдем искать рубильник. Еще бы понять, где тут электрощитовая. Ее по проводке искать надо. Но все провода убраны внутрь стен. Утечку электричества можно обнаружить при помощи сканера. Коля, а что это за вовчики в черном корпусе? Охренеть, она сработала наконец. И вежливые, а эти в черном как бояре какие-то. Ходят где хотят, на приказы не реагируют. А вчера он меня толкнул и даже не извинился. Даже жутко. Это они только на высокий социальный рейтинг реагируют, что ли? Ответь. Осторожно. Перейди камеру видеонаблюдения, Ромашка. Если оно нас засечет, сюда сбегутся роботы. Без паники. Любую камеру можно сначала отвлечь броском чего-нибудь, а после вывести из строя электромагнитным импульсом. Как сможешь. А то я нервничаю. Угу, все нервничают. Походу... Тоже огонь. Агония. Так, мы пришли отсюда. От этой белой безопасной газировки. Пойдемте сюда посмотрим. А то я тут так беспорядочно. Еще белая безопасная газировка. Это что у нас тут за подсобка на замке. Как, блин, приятно. Тут щелчок пальцами не поможет. Нужен ключ. Раз. Дай догадаюсь. Ты, конечно же, открыть этот замок не можешь. К сожалению, нет. Но я могу поставить вам отметку, где искать ключ. Он должен быть где-то неподалеку, в рабочих помещениях. От тебя начинает появляться польза. Это радует. Храс в восторге. Че, вообще нельзя никак, да? Тут замок на замке. И замком погоняет. Из разряда «мне нравится ваше...» Мне нравятся замки, поэтому я поставил замок на замок, чтобы вы искали ключ на ключ. Так. Так, что-то я потерялся в этой жизни. Так, это туда, это сюда. Так. Коридорчик. Так. Ага. Ромашка. А можно ее просто уничтожить? Типа нехер. Как... А, вот так. Может наоборот на F поставить этот самый стул? А на В...
Блин, а тут прикладом отбиваться нельзя. Туалет, сортирный юмор. Нет, вованов нету. Они ведь такие... Потому что нельзя подглядывать за другими людьми. GDPR. Кто здесь ходит? Что-то я пропустил. Это может быть полезный ресурс. Так. Ой, я вижу. Эй! Ты все, а ты сопротивлялся. Ходят тут разные. Угу, я тебя вижу. I see. Некоторые умерли прямо за столами. Так, ты не туда смотришь. Отвернись, я стесняюсь. Вот и все. Дело номер. Откройте дверь. Так, это там я был. Здесь появляются вовчики. Так, в ту дырку я пока не полезу. Вас что, расстреляли? Вот что с вами случилось? Там вовчик придушил? Типа встали за спиной и убили всех нахрен? Или что произошло? Ключ найден. Теперь мы сможем попасть в электрощитовую. Ага. Только сначала я тут хорошенько осмотрюсь. Нужны запчасти для модернизации оружия. С таким дерьмом я много не навоюю. Это точно. Не буду вам мешать. Это правильное решение. Эй, хрень. Крас. Угу. Чем грозит нам утечка информации? Потеря репутации во всем мире. Советские роботы повсеместно считаются абсолютно безопасными и эталонно надежными. Разве это не так? Абсолютно так. Именно поэтому предатель Петров ударил Родину в самое больное место. Фактически воткнул нож в спину. Он хочет, чтобы весь мир отказался от наших роботов. Интересно, Atomic Heart 2... Если таковой будет. О чем будет? О роботов Вашингтонского обкома? Блин, даже выговорить трудно. Да ладно, мне и сейчас в целом говорить трудно. Так.
начинается в субботу. Однако я прошу вас в эти выходные специально взять отгул. Как вы знаете, 13 числа пройдет всесоюзная полимеризация населения нашей страны. И сверху поступил приказ в выходные самоорганизоваться на субботник, посвященный этому событию. Кто будет работать 11 и 12, получит взыскание, а не премию. Удачных вам выходных. Так, вставляем печеньку. О, даже замки любят печеньки. Храс! Слушаю вас. А ты любишь печеньки? Видимо, нет. Это лазерное реле системы пассивной безопасности. Знакомая штука. Тут требуется цветовой код. Кодов у нас, к сожалению, нет. Поэтому попробуйте подобрать его логически. Что, правда? А я-то собирался стоять тут до тех пор, пока оно само не включится. Так, сейчас пропингуем. Что происходит вообще? Херня какая-то. Механизм пассивной безопасности. Забавно. Екатерина Олеговна, поздравляем вас с вступлением в должность проектиристика, программиста, проектировщика. Женская рука этому кабинету пойдет только на пользу. Вавилов. Ну, допустим, вы... Но... Подождите. Вишневская. А кто там это самое выкапывался? На первом же уровне. Может быть, это была она? Ну, вряд ли, конечно. Так, в чем фишка? А что это за... Что это за цвет такой интересный? Не, подожди. Ну, то есть мы так покрутили, так покрутили. Что-то произошло. Попробуйте сопоставить цвета лазерных лучей с цветами индикаторных ламп. Да ты трындишь. А, то есть наоборот надо тут прокрутить вниз. Порядок. Питание восстановлено, можно возвращаться. Всем сотрудникам, получившим повестки с кодом 721 и 722, надлежит провести... Что дальше? Да, зеленый чай сушит, ну, рот и... конкретно. Какой из них заходить? Предлагаю в правый. То есть ты не в курсе? Тогда я пойду в левый. Не, давайте в правый. А тут, а где тут правый, левый? А черт его знает. Для облегчения навигации я пометил вам, куда нужно идти. Я вообще-то не тупой. Сам разберусь, как именно мне выполнять задание. Я лишь хотел упростить вам задачу. Ты мне ее серьезно упростишь, если перестанешь лезть под руку. Угу. Какая прелесть. Подождите, а мы там были или... Или нет? Давайте... Мне интересно. Так. 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 Подождите, это мы здесь были, да?
Это мы здесь были, да. Интересно, как игра отреагирует. Можно мне то самое? А вот лифт в самом низу, оказывается. Ладно, полетели. И водород. Водород. Ты хочешь туда, что я пошел? Нет. Это слишком просто. Эй, грязь. Крас. Угу. Как этому Петрову удалось сбежать? Тут солдат больше, чем гражданских сотрудников. Есть мнение, что Петрову кто-то помог. Так он и здесь не один. Ты же сказал, что всех нейтрализовали. И кто еще тут с ним? Такой информации не имеется. Это лишь предположение. Ладно, разберемся. Ну, заяц, погоди. Сохранение данных. А где Элеонора? Извините меня, я так ожидал встречи с ней. Ладно. Так, я пришел оттуда. Ага, я... В СССР силы нет. Зато есть полимеры. Так, все, облутали все, а почти. Знакомые. Не люблю Леонтьева. Он какой-то слащавый, болгарин что ли. А кружечки исправно крутятся. Ну, в смысле, исправно ломаются. Правда, не на осколки, а разлетелись, но это уже второй вопрос. Так, вниз нам не надо. Нам сюда не пускают. Значит, нам надо сюда. А большие широкие холлы... А подожди, мы отсюда свалились, что ли? Эй, может быть, мы отсюда и свалились, кстати. Это было бы интересно. Напоминаю, дверь закрыта, но электромагнитный замок. Да тебе что, блин, туго доходит? Извините, не мешаю. О, во-во-во-во, точно, мы же здесь были. И Вовчик. Такой молодой. Ну, хорошо. Я снимаю свои предыдущие противопоказания. Оно крутится, ломается, нет? Блин, мышой, ладно, нафиг. Там же все равно можно пролезть. Груша, которую нельзя скушать. Так, я вижу. Где я там пролезал-то, а? А, вон там пролезал. Прямо вот сюда. А у вас обои полетели. Блин, они ж не могли так прямо вот сразу же. Сколько дней здесь? Это катастрофа творится.
совсем за здоровьем не слежу. Опа. Опа. Ну, патроны получил, да. И чё, и всё? Это всё, чем вы меня попотчиваете? То есть ради этого я тут закатывал истерики по поводу хитрого, хитрожопого левел-дизайна? Ядрит Мадрид. Это даже обидно. Работай. А можно я здесь потусю? Дверки закроем. Так, изменение структуры каннабис прекратят. Прикольно. Веревки прочной ткани прочего. Прочной ткани прочего. На кто-то из ваших грузчиков нарвался экспериментальных стебеляков. А жаль, да. Мария Ивановна, она такая. Варов. Причине находящейся. Прикольно. Фитопланктон, да? Наличие в тексте слов, находящегося в фильтре цензуры. Ввести нейрополимеров в животных. Это то в животных, то в людей. Интересно. Через нейросеть систему поиска животной пищи. Более привлекательных культур для коров и так далее. Опыт на одной корове, свиньи и курице, а там посмотрим. Это даже забавно. Звучит как предпосылка к какому-то мутанту. Бляха-муха. Что у вас тут за... Что это за... Вован такой? Виктор, любимый, как же я соскучилась. Дорогая, какое счастье. Как ты смогла попасть в комплекс? Я подменила документы и выдала себя за одного из врачей. Это не важно. Главное, что я здесь, любимый. Мне удалось принести оборудование, которое ты просил. А у вас пленка не движется. Голос. Где я его слышу? Любимая, прости, что втянул тебя во все это. Но Сеченов перешел все границы. Я обратился за помощью к Штокхаузену. Мы ведь друзья. Понадеялся, что он поможет мне прекратить все это. Но этот гад предал меня. Сволочь. И Сеченов упек меня сюда. Теперь уже не важно, как все случилось. Я вытащу тебя отсюда. Скажи, что мне делать. Придется устроить в коллективе небольшой сбой. Не волнуйся, ничего серьезного. Всего лишь мелкие программные неполадки. У меня есть единомышленники в других комплексах. Они ждут моего сигнала. Вместе мы сможем провести саботаж. И в мире узнают о том, что задумала кремлевская диктатура. А что потом? Сеченов будет искать нас везде. Мы покинем страну. Убежим в США и не будем ни в чем нуждаться. Да. После разоблачения Сеченов уже не сможет дотянуться до нас. Но сейчас мне нужен доступ к сети. Я подключу твое оборудование к главному управлению. И потом... Кого-то... Значит, всего лишь мелкие программные неполадки, твою мать. Столько трупов вокруг. Петров больной вырос. Изувечу гаденыша, как только найду. Вот так вот. Так, об усилении надзора за заключенными ИК. Петровым Виктором. Следи за его действиями. Не поручайте ему в течение трудового дня работы для выполнения, которой ему необходимо покинуть помещение архива и семенного фонда. Окей.
Нюхов Вавилова. Ага. На количестве установлено Ромашков. Вышегородский. Сомин. Его лично, к сожалению, установить не. Подельники. Ага. Ага. Я первый ударил. Так, блин. Спортсмены, блин. Где третий? Так, я вообще в правильном направлении пошел. А вот и третий. Внимание на сотрудников, имеющих контакт с теплокровными экспериментальными образцами. Угу. Вроде меня, да? Патрончики. Элеонорок, здравствуйте. Доступ разрешен. Чё такая, это самое, доступ разрешен, кто-то потребуется рецепт, да? Улучшение склада, разбор. Туп-туп-туп-туп-туп. Установить, да, кассетник. Мощный рубящий удар. Фигня какая-то, стальное лезвие. Установим, конечно же. Так, сокрушительный удар. Это мы посмотрели. Рукоятка не готова. Это можно. Ага, прокачали топорик. Посмотрим, что здесь. Механический, да? А тут ничего нету. А тут как раз таки нужно оружие. Давайте сохранимся. Сохранение данных. Кстати. Выберите желаемое действие. У меня есть какие-то апгрейды. 29. Что это такое? Мама-мама. Энергия персонажа. Я не понимаю. Ладно, я пока на шоке поживу.
человек простой, вижу ящик, стремлюсь к нему. Так. Комплекс Вавилов, одно из крупнейших подразделений предприятия, 38... Другого пути вперед нет. Придется ехать. Куда им? Петров совершил побег во время работы в холодном цехе комплекса Вавилов. Имеет смысл начать поиски оттуда. Ну как попасть в холодный цех? Для этого нужно добраться до распределительного центра. Туда ведет эта фуникулерная линия. В которую входят высокоскоростные фуникулеры и лифты пассажирского и грузового назначения. Воспользуйтесь ими, и вы сможете за считанные минуты попасть в любую точку обширной территории. Без потери ценного. Да, без потери ценного рабочего времени. Я покатался лучше. Не это. О, дырка какая-то. Чё за дырка? А ничего. Через полимер можно проплыть, не впервые. Я люблю так перемещаться. Словно в океане с китами, дельфинами плывешь. Умиротворяет. Киты, дельфины, да. Песни поют. Полимер плывет. Песни поют. А вот эти вот, кстати, напоминают Алису, гостя из будущего. Ну, гостя из будущего, не группу музыкальную, а фильм. Так. Ай, блин. Это было больно, черт побери. Все ради одного ящика, да? Ну. Так. Передавайте. Большой привет. Где он там? Второй выжил. Терешкова. Кто такие дырки тут делал, а? А, это черви эти. За мной плутоний, да? Ладно. И как я должен ее перезапустить? Где-то должен быть пульт управления. Да ладно. Уже. Через 7-8 лет СССР наладит серийное производство этих грандиозных
способны соединяться друг с другом и образовывать полноценный воздушный город с жилыми и также аграрными зонами. Такой город не зависит ни от погоды и ни от рельефа местности. Сегодня вы парите над морским побережьем, а завтра наслаждаетесь пейзажами города Средневековья. И первым таким воздушным городом станет Москва-2. Новая столица нашего с вами Советского Союза, которая поднимется в воздух уже через 10 лет. Товарищи, перед вами новая эра градостроения, в которую вступает наш город. Выведите ИКАР. Да, а сколько такая хрень будет стоить? Дешевле ли построить обычный город? Вот он, путь. Ну, конечно, замок. Вот вы их любите. Нет предела фантазии. Индикаторная комбинация? Да я ее год подбирать буду. Давайте поищем вокруг. Может, у кого-то есть пароль. Как это работает вообще? Схема. Найди схему. Это... Что такое было? Что? Где? Кто? Кто это был? О! Смотрите. Левитирующая кружка. А. О. Что-то у тебя с координатами у вас не то в карманчике. Ага, это понятно. Это Ядрит Мадрид. Схема. Найди схему. Да, схема. Сейчас найду схему. Не поеду без схемы кабинки. Застыл. Без схемы? Нет, не поеду. Твою мать, так он живой? Схема, схема. Нужна схема. К сожалению, он мертв. Вокруг нас только трупы. Что застыл, как и все тут? Не поеду. Нет, без схемы не поеду. У мертвых остаточно срабатывает нейрополимерная память. Некоторое время после смерти они способны выдавать примитивную информацию. Прикольная идея. Охренеть. Где эта схема-то? Схема? Схема, без которой кабинки не поедут. Где она? Она у смотрителя станции. Он не добежал. Не поспел за мной. Умер. Да тут все, блин, померли. Смотритель помер в этом тоннеле? В этом. Он помер, и все застыло. Перед глазами застыло. Схема нужна. Ну уже через 7-8 лет... Схема точно у смотрителя? Он что, носит ее с собой постоянно? Он с собой носит схему. Все время. Смотритель будет. Схема нужна. Ага. Иду искать. И также аграрными зонами. Наверное, надо было сказать спасибо. Твою мать, говорящие трубы. Что вы сказали, товарищ майор? Я всю войну прошел. Да и после повоевать приходилось. Много чего видел. Но говорящие трубы — это, блядь, интересный опыт. Как такое стало возможно? Это результат остаточной активности нейрополимерной памяти. Все погибшие прошли полимеризацию. Их головной мозг еще начал разлагаться и сохраняет контакт с введенным нейрополимером. А вот этот труп не разбрасывается. Ну, в смысле, не расчленяется. Так. Что это хрень? Что это? Кто это? Куда это? Стремно. Но у меня есть подозрение, что нам все-таки туда. Ну да, нам все-таки туда. Эх, прекрасная далека. А. И чё? А, вот она чё. Вот он. Я с кем ищу. Ты где ж ты? Темнота какая? Крас. То есть это не покойник со мной разговаривает, а нейрополимер в его башке? Упрощенно можно сказать, что да.
Отмирающая нейропримерная память какое-то время хранит последнее, о чем думал погибший перед смертью. Сохраняется крайне небольшой объем информации. Василий, это жесть какова без меня. И долго они так будут разговаривать? Да где с точностью назвать временной интервал я не смогу. От одной минуты до двух суток. Но чем больше проходит времени после смерти, тем больше остаточная информация подвергается искажению. Понятно. То есть не всегда имеет смысл запоминать, что они говорят. Жаль бы. Бежим до станции. Запустим внук, но разбежим от них. Ты что-то взял там? А, вот оно. Вот такая вот, да? Эфо. Вот ты прям молодец, вот перед смертью взял. Нарисовал все как надо. Ага. Пошли посмотрим. Пошли посмотрим. Вот такая вот была. Yes, I'm a genius. Russian hacker. Ну, Latvian hacker, неважно. Ой, надеюсь, сработает. Фуникулярная линия активирована. Уважаемые пассажиры, займите свои места согласно купленным билетам. Сейчас, подожди. Извини, нельзя так просто взять и... Сохранение данных. Нельзя так просто взять и... Ну да, нельзя. Помер. Ха-ха. Нет, значит, туда нельзя. А Сеченов такой огромный. Выберите желаемое действие. Так, что-то мы тут понабрали всякой фигни. Надо улучшиться. Так. Лезвие. Нет, это не работает. Да подожди, да я уже все нашел. Ну или почти все нашел. Дробовичок. Не улучшить, не улучшить кассетник. Что ж такое-то, а? Что нельзя? Ну что такое? Подожди. Патроны, детали из металла, синтетический материал. Ладно. Мне кажется, что принципиально ничего не меняется. Нам все равно нужно сюда. Мы готовы к поездке. 10, 9, 8, 7. Тоннели раздолбаны в хлам. Доехать не без приключений. 3, 4, 2, 1. Эй, что это было? Что это? Что это? Смотри, какие глазастые, а? Черт, я так и знал, что спокойно не доеду. Да. Куда же ты спас? Осторожно! Обрыв впереди! Вижу! Да блин! Я бы сказал, что да. Прижали в углу, блин, сволочи. А, сука, куда ж без вас? А, сука, отвали. Куда ж без вас? Осторожно, обрыв впереди. Вижу. Что не хочу сказать, но вот, вот это вот я бы хотел сказать, да. Нам необходимо как-то двигаться. Признаюсь, я затрудняюсь определить, как именно. На руках, по стене, как еще?
Мне таки кажется, что многие записи были сделаны по результатам тестирования игры. Да. Good, bad. Главное, у кого fucking ружье. And... Ай, да. Здравствуйте. Соглашусь с вами. У вас хорошая реакция, майор. Иначе я бы до наших дней не дожил. Раз. Это ведь был Бурав. Горнопроходческий роб. Совершенно верно. Бурав способен на огромной скорости бурить даже самые твердые горные породы. Советская наука возлагает на него большие надежды в свете предстоящего освоения планет Солнечной системы. Сейчас он меня освоит. Покатались. То есть так вот можно, да? Отвали. Ну давай, давай, давай еще раз. Ну давай еще, еще. Это уже чита. А это я. Это я вступил. Черный Вовчик, черный Вовчик. Ярко-красные глаза. Вовчик, черный Вовчик. Убегать от него нельзя. Так. Там что-то есть. Там есть роботы. И детали от них надо подсосаться. Всякая херня с ним прилетает. Так. Или так, или сяк. Один черт. Кажется, скоро я на дробовик перейду и все. Ага. Куравы лучшая отечественная разработка. Как досадно вышло. Вы, товарищ, знали, что их запрещено экспортировать за границу? Ну и почему же? Почему их запрещено экспортировать? Слишком передовая технология современного градостроительства. Метро можно построить за месяц. Любой тоннель. Да что метро? Их и на Луну готовили. Терраформинга, ну и, конечно, секретность. У Бурава обшивка крепче, чем броня у танка. Пластины СПД аж без маркировки. Наука. Вы обслуживали Бурава? С первых дней с ними вместе. Мы тут почти всего предприятия возвели. Когда-то тут ни моря искусственного не было, ни полей, ни лесов. Что уж там про фуникулёрную сеть говорить? Одни горы были кругом. Сейчас не каждый вспомнит, как тут раньше было. А все они, буравы, горы свернули. Целую структуру отстроили. А теперь они же все и рушат, что создали.
Не ведать, что творят. Машина же, что ребенок. Без любви и присмотра в электронном разуме лишь суматоха. И не говори. Я говорю, дорогой товарищ, такая ирония. Давай, про иронию. Ухаживал, восхищался, могучее, продуманное. И вдруг такая ирония. Вот, кстати, тут минорный баг можно обозначить. Что с третьего пункта он меня сразу выкинул. Типа я должен 1, 2, 3, а я вот захотел 3, 2, 1. В чем ирония? И со второго на третий нас перекинули. Ну, на общее. А с третьего нет. Роботы нападать стали, я скорее сюда побежал. Отключили своих хотел. Да под зубы и попал. Если я правильно понимаю систему. Все пульты завалило. Теперь сами роют себе что-то. Одним им понятное, как во сне. Что там снится-то им без человеческого управления? Вот. А с третьего просто выкинуло. Простите мне некогда. А, простите, мне некогда. Да, конечно, конечно. Да. Так, шкафчик. Вещь полезная. Надо прочесать. Ага, вот еще. Что к нам летит, кстати? Так. Можно как-то швырнуть эту дрянь? Ага, синтетический материал. Хотя показали, будто... Так, кто у нас тут? Контрреволюционер-вредитель. Ладно, идем до следующего, до следующей Леоноры. Что здесь? Ой. Здравствуйте. Ага, там дырка. Там что-то. Я что-то пропустил. Интересно. А, ты мне труп этот обозначил, ясно. Ну, шкаф я точно пропустил. Ладно, тут небольшой крюк. Подхода. О! Let's make the life easier. Как говорят на буржуйчине. И в этих ваших Америках. Так. Чё пищит? Чё пищит? Чё где что пищит? Моя остановка. Комфортная была поездочка. Что далее? Аэрополимер. Ага. Патрон для дробовика. Какая-то ультра-мега защита. Вот не сохранился же, а? Вот же ж я. Вот же ж я нехороший.
человек, лезу во всякие дырки. Но они могли же бы... Куда ж без вас? Осторожно! Обрыв впереди! Вижу! Да бляха, муха! Вот, начинаешь торопиться, начинаешь делать ошибки и все прочее. Блин, столько этих самых... Ах, ёкарный бабай. Куда же без вас? Осторожно! Обрыв впереди! Вижу! Ну, сейчас не будет обрыва. В смысле? Нам необходимо как-то двигаться дальше. Но, признаюсь, я затрудняюсь определить, как именно. На руках, по стене, как еще? Так, тут было какой-нибудь лут или что-нибудь в этом роде, нет? Блин, простите. Получилось не очень козяво. Ах, ёкарный бабай, да... Сейчас быстренько все пройдем. Да. Совершенно верно. Бурав способен на огромной скорости вырыть даже самые твердые крупные породы. Советская наука возлагает на него большие надежды в свете предстоящего освоения планет Солнечной системы. Угу. О, черный. Давай, иди ко мне уже. Что ты, шпунь, не любишь, а? Так, про иронию мы тут уже послушали. Говорю, дорогой товарищ, такая ирония. Я за ними ухаживал, восхищался, могучие, продуманные. И вдруг такая ирония. Вы о чем? Буравы. Лучшая отечественная разработка. Как досадно вышло. Вы, товарищ, знали, что их запрещено экспортировать за границу? Давай уже это самое, мне некогда. А, простите, мне некогда. Конечно, конечно. Конечно, конечно. Угу, так. Ой, не-не-не-не, я не хотел к тебе это самое, это ёкарный бабай. Escape, escape, Q, а вот Q. Простите, я ушел. Да, вот Q. Читать надо менюшку. Ничего тут нету. О, моя остановка. Комфортная была поездочка. Да уж, не говори. Диснейленд.
В смысле, Вавилов. Вавилов Лэнд. Так, там ни хрена не было, если я правильно помню. Да, я правильно помню. И хрен с ним, хрен с ним, хрен с ним, хрен с ним. Так. Не знаю, что там делать буду. Надо будет. А, так пройтись. Тупо. О. Какой-то мега топор. Надо поснимать все с предыдущего и. Или не надо. Опять не сохранюсь. Ладно. Я думаю, на сегодня хватит. Было интересно. Спасибо за то, что были со мной. И до встречи в следующий раз. Сейчас только. Все, адьос, товарищ.